Мусорная свалка в Балашихе должна быть закрыта в течение месяца, а не к 2019 году. Подготовить все соответствующие документы в кратчайшие сроки Владимир Путин потребовал от подмосковных властей. На свалку, которая находится совсем рядом с жилыми домами, президенту пожаловались местные жители во время прямой линии. Сегодня тема получила развитие на заседании правительства. Я хочу понять, кто же все-таки дал разрешение на строительство там? Строительство этих домов, которое было согласовано несколько лет назад, оно не нарушало все эти нормы. Нормы не нарушало, жить невозможно. Так. Да. Что касается свалки Путина, как ее называют, мы договорились с губернатором, что они принимают решение о закрытии свалки с 2019 года. Послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку. Через месяц я спрошу, что сделано. И с вас, и с Воробьевым. Вы сказали, что он должен написать заявку на то, чтобы получить соответствующие средства на это. Да. Считайте, что он написал. К концу дня она точно будет. И только что стало известно, что свалка будет закрыта уже с завтрашнего дня, а заявку на ее ликвидацию подмосковные власти подадут уже в ближайшие часы.